Всем привет, дорогие друзья, с вами я, PandosFXH, и добро пожаловать на Звездную Битву. Если кто не знает, есть такой турнир от Гудмакса, так скажем, есть Лига Чемпионов, Кубок Фиферов, а есть Лига Европы. Звездная битва, вот такая вот странная аналогия у меня в голове. Но, в общем, кто следил за ней в прошлом году, тот знает, что тогда я занял третье почетное место, даже бабосиков залутал. Я выиграл Диму фаворита! Третье место, ребята! Я в тройке лучших фиферов. На этот раз я тоже решил ворваться на эту вечеринку, но не учел одного момента. Здорово, Зайва. И в первом матче же мне придется играть против ежика. Отлично. В качестве своего пика я выбрал Роберта Карлоса. Кто-то скажет, очень спорное решение. И, в принципе, я с вами не могу не согласиться. Но настрой у меня, на самом деле, такой чиловый. Почилить, расслабиться, поугарать, лонгшотики побить. Как вы знаете, это лучший центральный полузащитник в этой части FIFA. Но конкретно в Звездной битве я буду использовать его на страйкере. Очень много лонгшотов он меня забивал. Где-то нарезочку, возможно, сейчас видите. Но есть одна проблема. Вышел патч, и теперь эти самые лонгшоты не летят. Короче, немножко зарыл я себя в этой истории, но так или иначе, опять же, фанится так фанится. Единственный вопрос вызывает у меня пик мой. Ну, вот не считая Роберта Карлса, остальные карточки. Что это за говно, блять? Какой нахуй Сократес? Какой нахуй Суарес? Гудмакс? Что это, блять, нахуй такое? Вы зайдите на пик клену. Решфорд пятизвездочный. Как можно дать пятизвездочного игрока, блять, челу задроту? Ёжику заходим, блять. У него там пик был из Марсиаля, но этого Марсиаля он поменял на Жоту. Но я думаю, что особо разницы я не почувствую, что тот ёбарь в руках ёжика. У меня же 3 на финтах, 2 на слабой и надежда на какие-то мощные лонгшотики. Вот это я пофаниться залетел, друзья, на турнирчик. Ну и давайте я вам представлю по-быстрому свой серебряный составчик. В общем-то, в этом сезоне допускаются только 3 особые спешл-карточки. Чё, я зря выбивал их, сидел, что ли? Но так или иначе, я тут что-то соорудил. В самом, собственно, матче все будет выглядеть вот таким вот образом. В этом матче я не знаю, на что рассчитывать, честно. Ну, типа, вот ежик сидел, сейчас играл в Division Rivals с самого утра, он мне пишет. То есть с самого утра человек играет в Division Rivals, там у него 2000 миллиардов очков. Я бомж из второго дивизиона, поэтому... Я не знаю, с каким настроем мне вообще подходить на этот матч. Тупо буду бить лонгшотики и верить в какое-то чудо. Это единственное, что мне поможет в этом матче. Объективно, тут у меня шансов, скажем, не очень много. Короче, друзья, произошел небольшой фейл от ежика. Мы сыграли матч, я его проиграл 2-0. И потом оказалось, что он собрал всего лишь 2 лиги, 2 нации. А нужно 4 лиги, 4 нации. Соответственно, мы переигрываем матч. Конечно, я хотел бы техническое поражение, чтобы на изи выиграть, но... Вот так получается. 0-2 я проиграл, и у меня есть вторая попыточка обыграть ежика. Но хотелось бы верить и рассчитывать на то, что хотя бы один голешник за Роберта Карлоса я так и забью. В первом матче очень большая проблема была с попаданием, поворотом от Роберта Карлоса. Надеюсь, что в втором матче будет попроще. Но... Так, блядь, я долбоеб. Ну, пожалуйста, не забивай. Ну, ежик. Ну, бля, ну я поспешил, пока я базарил, сука. Бля, мог бы фэрплей там сделать, не забивать, там, знаете, вот эта вся хуйня, уважение превыше всего, там, вся хуйня. А я просто в тильте уже, потому что я понимаю, что шансов у меня не особо много, потому что в первом матче вообще нихуя мне не получалось. Ой, ну давайте еще так забейте. Конечно, у меня большие проблемы в атаке, Роберто Карлос, у него там по воркрейтам все не очень кайфово, поэтому он очень часто возвращается в защиту. Я против робота на ультимейте играю. Вот какие у меня ощущения. Бля, я не знаю, как мне играть в эту игру. Мне никогда в жизни так сложно не было играть в этой части FIFA. Ну это пиздец! Ну что это за... Блять, вот трагедия-то, друзья. Прям трагедия. Бля, как мне выйти из обороны? Ну это прям вообще невозможно. Этот ролик будет сплошным нытьем, я чувствую. Ну что поделать, я не знаю, как играть против него. Реально пиздец. Все, друзья, хватит ныть. Хватит ныть, сейчас-то игра пойдет. Чекайте. Блять, хорошо. Блять. Так. Блять, сука, завозился. Опа. 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 Блять, ну ударь по мячу, сука. Все это читалось, Диего Жота. Не, ну ты, конечно, очень крут, но ты меня совсем не уважаешь. Блять, что я делаю? Второй привоз, это будет вообще рофл. Бля, я не знаю, как играть против него, но это ебаная машина. Ну, я ничего сделать не могу. Как, блядь? Как мне с таким жребием вообще играть? Хуй его знает. Уж простите, друзья. Ну, это очень скучное зрелище. Ничего поделать не могу. У меня вообще ноль шансов на что-то хорошее. А вот, может быть, сейчас? Может быть, сейчас?
Блять, нет, это хуёвый удар. Ну! Роберто! На нахуй Роберто Карлос! Роберто Карлос 2-1, один гол имеется! Ууу, поехали, друзья! Роберто Карлос включается в звездную битву! Вот ради чего я брал его. Хорошо, 2-1 это не приговор, играем дальше. Все, первый тайм заканчивается, хорошо. 2-1, друзья, нормально, нормально. Я уже доволен. Так, Роберто Карлос, бежишь? Бежишь? О боже, не, ну с такими пасами, конечно, мы далеко не уедем. Бля, как он перехватывает. Бля, я не знаю, как он это делает. Что за настройки там у него стоят? Что-то начало получаться, друзья. Блядь, да как я не туда давал? Ну тут еще и играет фактор того, что это серебро. Типа, ты можешь туда и хотел дать, но мяч идет совсем не туда. Ну это читалось, все читалось, но что поделать. Очень быстро все. Ай, бля. Хуй знает, что мне делать. Не знаю, вот такую хуйню сделал, блядь. Сейчас четвертый, наверное, залетит, или пятый, я не знаю, да. А, все понятно. Блять. Летело в створ. Ну, расстояние слишком далекое было, фантастическое. Ладно, друзья, фанится так фанится. Я, в принципе, для этого и брал Роберто Карлоса, чтобы хуярить за него лонгшот из центра поля. Мне поебать на эти призовые, поебать на статус, престиж, там, победа, не победа. Я знаю, что я в любом случае не выиграю, блядь, с тремя киберспортсменами. Куда мне? В прошлой звездной битве я, конечно, дошел до третьего места, но сейчас, конечно, ждать чудес не стоит, наверное. Ой, блядь! Еще пятерочка мунет. Еще паузу берет. Что, замену хочешь что делать? Добить меня хочешь? Шестой залетел. Ну какая пауза, бля? Ну давай замены сделаем на 87-й минуте. Серьезно. Вот давай сделаем замены на 87-й минуте. Вот самое время. Или это вот, как знаешь, раздражающие соперники меня, которые берут паузу на последних минутах и сидят, ждут, блядь. Так, ладно, все, я спокоен, блядь. Я спокоен. Да, он замену сделал. Он реально сделал замену на 87-й. Блять, я хуй его знает. Все, друзья, проебал 6-1. Жота сделал покер или что там, 5 мячей завел. Хуй его знает, короче. Ладно. Роберто Карлос забил один гол. Это уже лучше, чем в первом матче. Я, в принципе, другого ничего не ожидал. Я играл как мог, друзья. Ну, это невозможно. Я как будто против робота играл. Ну, типа, это не тот уровень, блядь. Ну, посмотрите, он еще угорает надо мной. Ну, типа, сарказмирует. Пятерочку отправил и пишет: извини. Как это мило.